всем привет, мои маленькие любители трейда. С вами, как всегда, Кунька Престос. Как всегда, на моем канале сегодня у нас 51 трейд. Давайте-ка на них посмотрим. Держи сольки, маму твою видел, прекрасная женщина. И ты тоже ничего такой. А так, удачи, начал смотреть тебя недавно. Спасибо, бро, огромное тебе, Катенька. Ты тоже прекрасная девушка. Вообще, если ты на аватарке, прям лучше не бывает. А, народ, я говорю, давайте буду принимать от 100 солей. Это связано с тем, что вас становится очень много. Вы очень много делаете таких подарков. И дабы не привлекать внимание, так скажем, Стима, я буду принимать от 100 сольки, но спасибо большое, отклоняю не за эту подпись, а просто потому, что маловато соли. Ну, для того, чтобы принять, чтобы, ну, говорю, не было дохрена принятых трейдов пустых в день. Здорово, окунек, надеюсь, попал в ролик. Делаю ставку, что это 559, по-моему. Я что-то сам забыл. Честно, забыл, что-то какой сегодня день. Но я выкладывал 557-й, одно видео я не отрендерил, значит, что было 559. Ну, это 559-й, по-моему, день сегодня. Дальше, минус 22%. А да что вы говорите, за 0,16 плот столько переплаты, да что вы, ага. Чтобы тебя за восковые полоски, за яйца подвесили к потолку. Не знаю, как это должно быть выглядеть, но я думаю, это очень жутко и больно. Ладно, не отклоняется. Держи, подгончик, держу. Спасибо огромное за соль карточки. Это очень-очень-очень круто. Спасибо, дружище. Не шарю, если что, кинь контр. Процент неплохой, но неинтересно эти БСки. Спасибо большое за предложение. Трейд реально неплохой, но мне не интересен. Кунька, привет, чекни инвентарь. Есть варик обменять калаш на твой калаш какой-то. Ну, блин, я смотрел калаш его, и честно вам скажу, по-моему, варика вообще нет. Ну просто потому что смысл ему обмениваться, да, на какой-то другой, если этот калаш довольно-таки красивый. Ну давайте будем честны, калаш реально неплохой. Ну, блин, здесь, извините, калаш стоит 20 тысяч. Здесь 2 нуля, то есть, ну, профита никакого не будет, да. На эти, естественно, все с наклейками, обклеенные, переклеенные. Ну, еще и плюс сами по себе дороже. Да, то есть. Ну и просто тупо нечего предложить орбиту. Да не знаю, мне как-то пожелание на ночь больше нравится. Плюс тут какие-то наклеечки. Поэтому, ну, давайте я просто сольку приму. Хотя, ладно, давайте не буду принимать, я же ничего не сделал, да, никакое контрпредложение. Поэтому, ну, без обид, дружище, я думаю, у тебя и так неплохой калаш, и нет смысла его обновлять. А дальше здесь у нас, я, конечно, обмениваю фоны Стима, но тут столько соли дали, что, извините меня, надо все-таки посмотреть. 72 рубля, по-моему, стоит дешевле, чем любой фон в Стиме. Сколько стоит? Ну да, 72 рубля, ё-моё, я все равно это приму. Хоть я и сказал Steam на Steam, но это Dota на Steam. Ну, извините меня, я прямо говорю, здесь чисто, если смотреть по соли, здесь выходит в районе 7 на 2, так, это, тем пишем 2 в уме, я забыл. 154 рубля здесь в соли. Не-не-не, народ, я в голове это не посчитал, я на калькуляторе, я по старинке. Кунька, что делать? Я тебе отправил вчера трейд, а пришел кому-то левому челу. В сумме трейд был на рублей 900, можно роспись? Роспись нет, потому что, ну, сделка все-таки не прошла. А почему угнали скины? У тебя угнали IPK. IPK угоняют, когда ты, ну, берешь и заходишь на левые сайты, поэтому тебя и угнали его. А с помощью APK, который использует баб, CS Money, Market, можно делать, ну, подмену трейдов, поэтому его нельзя никому показывать и так далее и тому подобное. А у APK можно узнать свой, просто напишите, да, там, APK, Steam, там, ну, как-нибудь, да, IP-ключ Steam, и вам выдаст сразу ссылку, где вы можете его посмотреть. Если вы не пользуетесь никакими сервисами, не пользуетесь таким расширением, как я, название всегда в описании было, вот, то, ну, блин, народ, надо, чтобы там ничего не было, потому что даже для этого расширения вам надо создавать свой APK и, естественно, потом его привязывать к этому расширению, иначе оно не работает. Дальше, 87 сольки, спасибо огромное, но принимаю от 100 соли. Привет, Кунька, я думаю обменять свой нож у тебя. На стриме спросил, ты сказал, что он тебе интересует. Если что, я не плеер. Кто ты, воин? Я не плеер. Я думал, Ахиллес. Нет, я сова. Ну и что мне за него предложить? 44 тысячи. Это не дешевое удовольствие, я хочу вам сказать. Ну, кстати, вот если получится, здесь оверы идут за флот. Если это реально получится обменять, это было бы очень круто. И да, я знаю, что он не плеер, я не знаю, кто он и зачем было вообще это писать, потому что, ну, я не плеер. Ну и чё? И чё мне теперь с этим? Да что мне делать с этой информацией? Ой, я не плеер, и что тогда? И, кстати, он говорит, что у него вторая фаза. На самом деле, это первая фаза, это подписывает и расширение. Ага, сейчас я кинул трейд. Это подписывает и расширение, и плюс ко всему видно по иконке. Ну, если вы занимаетесь трейдом больше, чем месяц, я думаю, вы научились уже первую от второй фазы отличать. Короче говоря, здесь выходит больше 5, но меньше 6%. Вот так я ему по человеку подписал, и не поверите, но стили это дают за деф, причем два подряд. То есть это не случайность, да, то есть не кто-то быстрее просто пытается слить этот рынок, а на момент трейда, то есть у нас 27-е, реально два стилета лежит первой фазы за деф. Ну, также здесь был трейд, думал, блин, а чё бы не поторговаться с человеком, в итоге кинул такой трейд, ну, потому что здесь калашек, ну, сами видите, наклейки, да, то есть, ну, вот, ну, этот трейд до сих пор старый не принял, мне это очень честно грустно, потому что, блин, ну, я реально хотел бы поиграть с перчатками и бабочкой, да, такими раскрасочками, крамопаутина, очень классно. Но здесь, не знаю, согласится человек или нет, но, в принципе, собрал добротный трейд, я считаю. И для плея, и для трейда, и для продажи, типа, взять таким сетиком, продать чистеньким какому-нибудь плееру, это было вообще
вообще круто. Занюхнись на удачу, спасибо огромное, я таким не занимаюсь. Не принимаю никаких котиков, ни тяжелых, ни легких. Вообще, я даже алкоголь не пью. Ну вот, не курю, алкоголь не пью, как бы так мне больше по кайфу. Дальше здесь человек просит, как за стак ката 14 с титанами причем. Да, то есть титаны и еще плюс 3 наклейки ката 14. Он просит такую здесь сумму, естественно, до свидания. Привет, спасибо за контентик, привет, спасибо большое, что смотрите. Реально, это очень-очень-очень приятно, очень меня радует. А еще меня радуют вот эти карточки зимние, ой, зимние, летние распродажи. Они очень мне нужны для прокачки значка. Дальше здесь что-то про стикеры, он мне затирает какую-то дичь. Привет, встретил твой канал недавно, удачи в развитии. Привет, ну блин, я думаю, эти три карточки здесь получается, я говорю, как раз от трех карточек, либо от стасольки. Поэтому трейд подходит, спасибо большое. Привет, Кунька, первый раз кидаю трейд, вроде кинул тебе в плюс. Да, не спорю, но БС сувенирка и еще одна БС-ка. Спасибо большое, неинтересно. Привет, помню, ты любишь доплеры. Я бы хотел менять свой Good Knives фаза 2. Что можешь предложить за них? За него, если не пош... Ну, если так немного намотаться, конечно, просто немного глазик резануло. А так, 16 тысяч стоит, да? То есть, ну, вот здесь мы видим намного больше красного. Это означает, что да, это вторая фаза. Ага. Блин, а мне нечего предложить. Ну, кроме шуток, типа, на это ему не хватит. Да, даже если я вот так сделаю, ему не хватит. А как? А у меня больше нечего ему предложить. А где у меня все ножи? А куда я все дел? Странные какие-то у меня мысли посещают, реально. А куда я все затрейдил? Даже не помню, если честно. Если честно, даже не помню, куда все делать. Прикольно. И что мне делать? Ну, на ваху меняться, ну, блин, камон. Нахрена это человеку надо? Да, опять же, я бы тоже не стал. Блин, а что, у меня реально, что ли, ножей других более дешевых нет? Вы прикиньте, у меня все такие вот средние ножи в трейдбане. И что делать? А, что можешь предложить... Ну, если так, гуден так. И чё, и нахрена ему авик без ножа? Не. Ну, блин, придется отказываться, мне просто тупо нечего дать. Пожалуйста, вот вам инвентарь в 1,5 миллиона, а не может даже с девочку собрать. Ну, потому что реально, чё, ну, наваху менять, извините, да, то есть такой хороший ножик на наваху менять, ну, это чё, дебил надо быть. Не знаю, норм или нет, вроде есть переплаты за флот, ты знаешь, что не любишь БС, но флот у них более-менее, твой подписчик. То есть, человек указывает, что у него хорошие флоты, и при этом полностью игнорит мой флот, который имеет очень хорошую переплату. Тут в районе 1500 рублей переплата идет. Эх, ты ж мой нехороший ученик, садись, 2. Дальше здесь 62 сольки, спасибо большущее, поднакопить. Копи, дружище, потом заберу. Минус 7% не критично. Дальше минус 28%. Ну, я, в принципе, не удивлен. Здесь у нас, конечно же, указаны стрелочки, что человек величайший трейдер. Ну, я как бы трейдер всей Руси, а это как бы величайший трейдер, поэтому он как бы считает себя выше рангом и считает, что может закидывать мне в минус 28%. Ну, хорошо, давай, откисай в черном списке, больше не возвращайся. Дальше здесь. Привет, давно заметил этот глок. Надеюсь, норм трейд кинул. На тычках небольшой овер за 07 флот. Если что не так, сори. Я не знаю, я кину контр, ему согласится, он не согласится, потому что, ну, по факту, здесь вот так. Да, народ, здесь вот так, потому что это такой глок, и он здесь на тир 2 вой, не знаю, реально, просто, ну, согласиться будет круто, не согласиться, но скучать не буду. Потому что, ну, по факту, что я могу здесь сделать, если тут такой дорогой стикер. Привет, Кунька, у тебя отличный контент, желаю тебе удачных трейдов, спасибо большущее, дружище. Да, на самом деле, мне больше всего везет, потому что у меня аудитория такая классная, смотрят, лайки ставят, комментарии, им за этого YouTube еще меня больше рекомендаций дает. А иногда проходят всякие видеоролики помимо жизни трейдера, тоже с очень полезными и нужными советами. Подношение богам. Блин, я не могу просто это не понять. Вот я знаю, я только что говорил, стасоль и так далее, но здесь так надподписано, я просто не могу, ну реально. Меня уже с богом сравнивают, ну очень приятно. Дальше здесь у нас минус 12%, ну и понятно, что здесь еще овер за флот, поэтому я считаю, что я могу сделать такой же минус человеку. Делаем вот так, тут 34 и вот так. Ага, гунден так. Че, а если мы вот так делаем? 12 надо, 12, вот так. 13%, ну там еще овер за флот, в принципе, был. Здесь никаких оверов нет. Ну, давайте так сделаем, а че бы и нет. Плюс 13% залутать. Я считаю, что если человек думает, что я должен уйти в такой минус, он сам должен в него готовым быть уйти. Дальше здесь человеку закинул черный список, также накатал репорт. Вот, ну а его матери я ёршиком жопу чистил. Дальше здесь флот 0.66, мама, я в телеке. Поздравляю, ты последний раз в него попал за такие трейды. А дальше плюс 17%, здесь имеется овер за наклеечки. Следующий трейд в минус 4%, после полевых 0.17, может даже это нулина, а не минус, но не хочу делать контр. Привет, удачи в трейдинге, кого ты слушаешь из русских исполнителей? Никого.
Ну, честно, я... Не, ну, блин, Король и Шут я слушаю, да, там, Кровавый Риф, кто еще? Блин, я так не вспомню, просто я их слушаю и все, не запоминаю, кто именно там что поет. Кукунька, понравился Ави, Кинь Контер, хороших трейдов тебе. Привет, братишка, я бы с удовольствием, но, по-моему, если я тебе сейчас закину трейд, ты охренеешь. Ну да, ты с него охренеешь, потому что здесь, чтобы вы понимали, вот так даже будет мало. Да, то есть, а забирать ножи у пацана, опять же, чтобы он только с одним Авиком играл, ну, я не могу так сделать. Типа, я не вижу в этом смысла, а в чем я не вижу смысла, я на то и не кидаю контер. Потому что, ну, я бы такое не принял. Да, то есть, ну, я поддерживаю свою тактику, да. То есть, если люди кидают то, чтобы я должен был принять, то, соответственно, ну, я кидаю тоже такое, что, ну, по моему мнению, должно было принять. Что я сказал? Короче, логика такая: чтобы я не принял, я не кидаю такие контры. То есть, я бы не согласился обменять ножик на какой-то авик с эбэйпауэром. Ну, и с, да, даже с докидом, и авик, еще какой-то докид. Ну, и поэтому я не вижу смысла кидать такой трейд. Дальше здесь также черный список, также репорт. Ну, здесь человек просит просто мороженое. Надеюсь, ты никогда в жизни больше его не попробуешь, чтобы у тебя диабет развился. Спасибо за контент и помощь в трейде. Можно в оценку интриа начал красно-белого. Начало красно-белого сета, конечно же, можно. А вот, по поводу помощи странно. Многие пишут, что я ничем ему не помогаю, ничему не учу. Просто, ну, я как бы акцентирую внимание, но они, знаете, думают, что они как пришли в школе, им будут вдалбливать знания. Нет, спасибо, мне это не интересно. Здесь трейд неплохой. Да, то есть здесь, если 100% штаны наклейки, это такая сумма. Здесь 100% штаны наклейки, клики, другая сумма. Ну, в принципе, неплохо, но неинтересно вообще. Ну, тут как бы минус, но просто торговаться не хочу. Привет, Кунька, извини, не шарю за трейды. Можешь, пожалуйста, сказать, сколько примерно стоит мой авик? Вот это вот тоже я обожаю, когда ко мне приходят люди, я говорю, я не оцениваю стикеры, ко мне даже не приходите. А какой авик? Не, я сохраню это в тайне, мучайся, просто мучайся. Следующий кончалыга, минус 73%. 73, вдумайтесь, 6700. Вот реально, я взял бы, нанял просто толпу гастарбайтеров, чтобы они тебе за 6700 выдрали просто в жопу так, чтобы ты когда вложился в ванну, у тебя бульки, пузырьки из очка лились. А что и пузырьки, они что делают? Всплывали. Да, наверное, всплывали. Дальше здесь у нас просто 100 стольки, просто огромное тебе спасибо, друг. Дальше здесь у нас плюс, казалось бы, но не такой же здесь и плюс, кстати говоря. Потому что что у нас здесь получается? 620 рублей, да, то есть 620 рублей. Это 150 рублей, 155, получается 100 рублей чистого профита. Ну это, блин, это, да, типа синий сланец, а это как раз легион Анубис, он куда получше будет. Но здесь надо пересчитать, я считаю. Народ, ровно 6% плюса, ровно. И вы не поверите, что я сейчас увидел, когда заходил на всем нам известный сайт, да, и проверял, сколько стоят эти цены. В народ, реально, вы сейчас будете шокированы, что произошло на это видео. Это не кликбейт, ни в коем случае, дождитесь. Прямо сейчас несколько секунд принимаю этот трейд. Вы просто сейчас охренеете. Коротенькая реклама. Здесь вы сможете выкладывать свои объявления на трейд. Здесь я лично все фильтрую, поэтому, пожалуйста, свободный доступ. Выкладывайте объявления на трейд в моей группе. Также вот он, консультант по наклейке. Все вопросы с наклейками к нему. В этой группе вы сможете почувствовать себя Кунькой ТВ, а именно предложить пост с каким-нибудь клоунским трейдом и сделать свою оригинальную подпись. Естественно, я ваш пост пропущу, а также поставлю на него первый лайк. Если вам, как и многим, не приходит оповещение на ютубе, пожалуйста, есть мой дискорд. Вы здесь также можете общаться, обмениваться и при этом получать всегда оповещение, как только выходит новые видосы на канале. Ну а если вам неудобно смотреть мои трансляции на ютубе, пожалуйста, теперь я есть и на твиче. Все ссылочки будут в описании. Переходите, подписывайтесь. Человек принял трейд на сделку в такой же минус процент, который закинул он сам. Представляете? Только что я вот кидал минус 13% ему, и он принял этот трейд. Охренеть. Я просто в шоке, реально. Я искренне шокирован. Я такого события вообще не ожидал, что человек примет в такой же минус. Ну, я постоянно это делаю, из видоса в видос. Это, наверное, первый видос за, ну, 150 дней, когда такое зашло. Добавь на оценочку литря, кстати, добавлю. Человек меня проспонсировал просто, наверное, капсул на 100. Вчера на стриме это было. Приходите обязательно на стримы. Стримы каждый день стараюсь делать в 8 часов по Москве запускать. Вот, короче. И просто, реально, я в шоке насчет этого трейда. И вот этот чувак меня очень помог с контентом на стриме, то есть один аноним мне дал скинчиков на покрутить капсул вчера, и вот этот чувак мне реально больше 100 капсул, наверное, задонатил, вот, выбил вчера 3 голды, очень круто, спасибо тебе, дружище, огромное, прям на видосе еще это выделил, благодаря тебе вчера вообще контент сделал на стриме, охрененный. Привет, Кунька, давно смотрю тебя, удачи в трейдах, хотелось бы попасть в оценочку, но похвастаться пока нечем. Так, хотелось бы, но пока нечем, понял, значит, пока не надо добавлять, хорошо, потом обязательно к нам приходить, охренеть, я до сих пор в шоке, реально, эти комментарии реально встречались очень часто. Кунька, хоть не
иногда принимают такие минуса. И все время это было не на видео, а когда я психовал вне видео, просто отправлял такие огромные минуса, ну не огромные, но равноценные минуса, и люди принимали, а это на видосе получилось. Спасибо за поздравление и что радуешь нас контентом, Easy Trade. Это человек также, у него сегодня день рождения, еще раз его с этим поздравляю, приходил ко мне на стрим, и в честь его дня рождения задонатил мне 500 рублей. Ну, в принципе, все логично, я его, конечно же, поздравил, но еще раз поздравляю. Кстати, вы хоть и задержкой через неделю увидите этот видеоролик, можете в комментариях тоже поздравить человека, он постоянно смотрит видосы и пишет комментарии, поэтому он это все увидит, можете поздравить человека, будет приятно. Минус 26%. Не, ну давайте еще раз попробуем. Не, а что я его что на список закинул, подождите. 3500. 3500, а у тебя на сколько инвентарь? А, у тебя больше ни хрена и нет. Ну да, тогда откисай в черном списке и, мать твою, туда-сюда шатал. Еще минус 27%. А, ну понятно, понятно, понятно. О, трюфеля. Нифига себе, не, кушай сам, дружище, я не голодный. Дальше здесь нулевая сделка, но здесь имеется небольшой овер за флот. Я этого не отрицаю. Я просто не понимаю, надо ли мне это принимать. Типа, что здесь, знаете, что здесь, такой вот спорный момент. Ладно, я, пожалуй, просто откажусь. Дальше, немного соли и в оценку. Хорошо, в оценочку добавлю, сольку принимаю. Спасибо огромное тебе, дружище. Блин, ну я реально, я очень рад, что впервые сделка на контр не с подписчиком, скорее всего, зашла. Потому что, ну, подписчики обычно, я говорю, подписывайте, да, я сделаю контр, я свой, не надо мою маму туда-сюда шатать. Лови сольку, давай в оценку, пожалуйста, удачных трейдов. Спасибо огромное, давай добавлю, конечно же. Во, значит, это рандомный чел, кинул минус 12, получил минус 13 и принял. Блин, восторг, просто восторг. Дальше, три карточки плюс солька, спасибо большущее. Здесь укладывается в 100 соли такой трейд. Реально, спасибо тебе, дружище. Мне кажется, у меня самый простой способ попасть в видос, просто кинуть подгон. Привет, хорошего тебе дня и чудного контента. Закинь в оценку, буду благодарен. Я обычный плеер. Хорошо, обычный плеер, я знаю, там с драгонлорами были, с воями немного поношенными. Знаем, знаем, видели. Кукунька, я с ютуба не шарю, но дигл с наклами на CS Money стоит 8к. Это вчерашний трейд, с вишней я посоветовался. К сожалению, я откажусь от такого трейда. Да, народ, я полностью согласен, я конченый дебил. Я продал М-ку рассвет, которая была скрафчена, то есть это не мои деньги, мне это проинвестировали меня, так, проспонсировали, вот правильно будет сказать. Я ее продал, и теперь 4 стрима подряд. К сожалению, вы это уже пропустили, потому что 7-дневный, хотя, может, под какой-то успеть, может, сегодня, кстати, будет 4-й ластовый день, да, когда я буду делать крафты на стриме. Это крафты на CZ, это, короче, это коллекция Cobblestone. Цель — дойти до рыцаря. На Драгонлор я залезать не буду, но рыцаря я хочу скрафтить. Вот, поэтому сегодня уже будет первый крафт. Вот, также будет, ну, через день стримы, да. И будет сделан крафт на стриме. Поэтому, если что, приходите. Ну, а также можете подписаться на канал, поставить лайкосик под этот видос и комментарий. Не для того, чтобы прям вот сделать мне супер приятно, а для того, чтобы вам также попадался я в рекомендациях YouTube Short. Потому что, когда зайдет какой-то крафт, я это, естественно, выложу в YouTube Short. И вы это сможете увидеть, да, то есть прямо на вырезок со стрима. Вот, так что такая ситуация. Этот трейд зашел. А, этот трейд я принял, этот трейд зашел. Да, здесь, конечно, 2 СТшки, но, извините меня, плюс 13%. Я думаю, сейчас некоторые трейдеры такие смотрят на меня. Кунька, по-моему, ты что-то перепутал. Ну, вообще, то есть, такие трейды 2 дня подряд, да, то есть, инвентарь начал буститься из-за этого. Я все прекрасно понимаю, народ, я сам в шоке, и я в восторге, и мне очень классно. Спасибо вам большое, что смотрите. Ну, а если вы хотите со мной обменяться, ссылочка моя на трейд всегда находится в описании видеоролика. Переходите по этой ссылочке, выбирайте скинчики, которые вас заинтересовали, выбирайте скинчики, которые вы готовы отдать, и подпишите. Кунька, я не шарю, если что, сделай контрпредложение. И все, как я уже наглядно показал в видосе, я либо принимаю, либо делаю контр, либо отклоняю. Но над вами или вашей мамкой я шутить не буду, я вам это лично обещаю. На этом у меня сегодня все, спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии, народ. Они очень сильно мотивируют меня делать видосы и стримы дальше, за это каждому из вас огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые смогут заинтересовать, будут в описании этого видеоролика. Ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!